На пробережье Красноярска в сквере возле цирка станет ярче. Там сейчас проводят кабель и вскоре установят новые фонари. Всего появится 67 современных опор освещения. Работы проводят в рамках благоустройства сквера, за который проголосовали многие красноярцы в марте этого года. В центральной части парка создадут главную аллею, установят лавочки и урны. Кроме пешеходной дорожки появится и велосипедная. А для самых маленьких посетителей сделают 3 игровых зоны. Мы максимально сохраняем зеленые насаждения. Будет устроена сеть дорожек. Центральная аллея будет устроена брусчатым покрытием. Будут оборудованы площадки для отдыха. Размещены МАФы. Кроме того, планируется подготовить площадки для размещения детского городка.